Создана в знаменитом, уже знакомом мастерской краснодеревщика Давида Рентгена и было привезено в Санкт-Петербург с первым транспортом мебели этого замечательного мастера в 1784 году. Оно было специально изготовлено для того, чтобы произвести впечатление на русский двор, и данная задача была с успехом решена, потому что впоследствии Рентген стал основным поставщиком для Екатерины II и русского двора. Я не